купила рыбу свежую, форель. Вот, почистила, открыла, отсюда вышло сокровище. Я эту икру всегда называю сокровищем. Вот, такой красный икру. Икра вышла. Вот, решила его засолить. Чтобы его засолить, нужно брать пол-литра горячей воды, добавить туда 1,5 столовой ложки соль, хорошенько перемешать, растворять нужно всю соль. Вот, соль я растворила, положу этот икру сюда, чтобы почистить всю пленку. Нужно, чтобы она тут 15 минут вот так лежала. Через 15, можно 10 минут, через 10 минут можно будет вот прочистить всю эту пленку. Где-то через 10-12 минут я прочистила всю эту пленку. Вот видите, один к одному прямо. Надо чистить пленку так аккуратно, чтобы эти шарики не лопались. Это, конечно, время отнимает, я поэтому этот процесс не сняла, чтобы не отнять ваше время. Прочистила, потом просиживала через сито, потом сделала еще раз такой раствор с расчетом на 0,5 литра горячей воды, столовой ложкой соль добавила. Эта соль нужна, чтобы в воде хорошо растворилась. Ну, где-то 40-50 градусов, чтобы вода была. Положила второй раз вот этот икру туда, в тот раз соль. Минут где-то 7 держала. Через 7 минут опять же через сито просиживала. Потом положила его хлопчатобумажную салфетку, чтобы вода не осталась в нем. Все переложила в посуду. Положила сюда столовую ложку оливкового масла. Масло можно заменять любой маслой, любой растительной маслой. Но я добавила оливковое масло. Все, икра наша готова. Теперь нужно его закрыть, положить в холодильник, чтобы она 4 часа настоялась. Все, приятного вам аппетита. Сделайте вот такую икру, получается очень вкусной. Между прочим, я покупала как-то вот на базаре. Кто-то приготовил, мне не понравилось. Потом стала сама приготовить. У меня очень вкусно получается, чем на базаре продаются. Все, всего вам доброго.